Эй, йо, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Play It Home. Ну что, продолжаем с вами играть, проходить наше счастье. Ну что, нам надо вам, с вами сейчас выбраться со станции. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут находится. Это же Маргарет из школы. Маргарет, как ее там? Она должна была сесть на поезд, а потом она исчезла, и все об этом помалкивали. Ну окей. Так, ну что у нас здесь с выходом? Что у нас вообще-то забрать-то можно? Так, плоть победы. Так, слушай, у нас, кстати, большой достаточно перевес. Во-первых, наверное, давайте повыкидываем вот эти наши гвоздодеры. Они нам, в принципе, сейчас не особо будут нужны, да? Их скинем, полегче уже будет. Так, бутылки, блин, их бы попродавать. Но куда их продать? Хер его поймешь, гнилой картофель. Недолго повышает максимальную выносливость. Вес маленький, особо толку от них нету. Это же такое, большая щепа, тоже маленький вес. А что у нас тут самый большой вес-то вообще есть? Тут как-то так сортировать... Сортировать вес, вот, вес, по весу сортировка. Лопата получается. Ну, палку выбрасываем, да, однозначно она уже не нужна. Это мы там с вами все скушаем по дороге. Так, у нас с вами еще есть три навыка. Давайте, я, кстати, думаю, выберем вот этот навык. Обыскивает, переносит тела на 50% быстрее. Или бы лечение эффективнее будет. Не, давайте все-таки тела будем быстренько делать. А это что у нас? Вы замечаете шаги издалека. А здоровье еще крепче. Нет. Ладно, давайте выберем вот этот навык. Он мне почему-то интересен. Так, все. Что у нас тут с выходом? Вот здесь у нас получается выход, да? Эйк. Что тут у нас? Эйк. Забираемся аккуратненько. Ладно, тут не свалится. Здесь что-то нормальное. А, слушай, здесь выхода нет. Здесь просто сундук. Со всякой дрянью. Ну ладно. Обнаружен тайник. Оп. Аккуратненько. Оп, аккуратненько. Так, как на то выйти-то? Ага, рычажок. Лады. Совсем вообще втихаря открыли. Ну, о, делинь-делинь. Есть кто дома? Такой звук, короче, загорелся, как будто бы нас, возможно, услышали. Слышь, кто-то базарит там. Ну-ка. А, ну, это громкоговоритель, скорее всего. Ладно, побежали. Опа, тут, смотри, тут люди у нас гуляют вовсю. Ну-ка, мадам. Здесь хотя бы есть цветы. Иногда приходится есть ухлятина. Такова жизнь, разве нет? Да хрен знает. Так, деревенским не нравится, когда кто-то бегает. Если вы не заметите... А, ладно. Стоп, мужик. Нормально все, смотри. Я стою. Разве мы не учились вместе в школе, в классе мисс Бинг? Стой там, где я могу тебя разглядеть. Никто не любит скрытых типов. Блин, вот ты больной чувак, реально больной. Но я все равно побегу, нафиг. Мы по дорожке обязательно заберем с вами черную смородину. Черная смородина, это круто. Она нам всегда нужна и пригодится. Так, там, по-моему, тело стоит еще одно. А, ну это обычные люди. То есть это не охрана. Значит, днем они не гуляют. Ну че, красотки, а? Грязные бичухи. Мы хотя бы живы, верно? Иногда я слышу стук копыт в ночи. Это ведь всадники, да? Боже, нифига у вас мозги-то промыты однозначно по полной программе. Ладно, опа, стоять. Аккуратненько. Там чувак спит. Так, надо посмотреть. С винтовкой спит, слышишь? Он спит с винтовкой и с трупом. Боже, хера себе. Так, ну ты, ритм, здесь виски точно не будет. Она нам сейчас не особо-то и нужна. А вот как тебе попасть туда? Так, ну здесь по-любому у нас обрыв. Туда нам, наверное, нет смысла с вами сваливать. Кнопочка какая-то. Так, ну это мы сейчас быстро взломаем. Вуаля. И хрен тут плавал, тут только бинты лежат. Но бинтики-то мы по-любому заберем. А это что? Целебный бальзам. Камни, бутылки нет, брать не будем. Оп. А там охрана. Он там вдвоем, смотри, сидят. Хотя почему-то столько крови там. Так, слушай сюда, один чудесным днем пробегают штаб по полка из СПА и говорят: боже, он с трупами разговаривает, твою мать, у него глаза закрыты. А мы можем его как-то вырубить или нет? Заклинило. Не прокатит, опа. Спящий охранник, или что там? Боже, хрень какая-то. Так, что у нас тут? Взломать. Сейчас по фасту тут все сделаем. Вуаля. Надо открыть, посмотреть. Боже, тут мужик спит. Бля, он не спит, он мертв. У него мозги зеленые или что такое за хрень тут происходит?
Походу, у них от радостина зеленая кровь стала. Мужик. С открытыми глазами. Бля, да он мертв. Он мертв. Мертв с усами, кстати. Нужно как-то стол у него забрать. Никак, походу, не забирается. Интересно, как на вышку попасть? Каким раком вообще? Так, там проход у нас закрыт. Значит, скорее всего, как-то надо посмотреть здесь. Готово. А, у нас здесь как раз, блин, виски. Я не знаю, я думаю, виски пока брать не будем. Нет смысла в нем. Погнали наверх. Фига он там наверху байки травит. О, смотри, а, здесь... А, так вот, мы по крыше, наверное, сейчас... Блин, упал. Серьезно? Черт, надо забраться обратно. Едь. Он там байки все втирает по полной программе. Ты смотри, без остановки. Вообще без остановки. Так, виски украсть, что у нас тут, забраться по лестнице. А тут ни хренашеньки нет. Надо как-то каким-то раком туда попасть. А туда нельзя, походу, попасть. Да. Хотя... Ну-ка еще раз попыточку сделаю. Не, постоянно падаю, короче. В общем, там, походу, не забраться. Там не забраться. Хотя идея была бы достаточно неплоха. Тринг-тринг туда. Перепрыгнуть. Сколько он там травить байки-то будет вообще? Ну-ка, что у нас в честь пирога? Ну, это, конечно, посмотрим. Все. Слушай, а она, у меня есть идея. Есть идея, я знаю, как его выманить. Его надо дротиком в него, короче, кинуть. Скорее всего, да? Ну-ка. А ему похер, слышь? А камнем? Ну-ка. Смотри, ему насрать. Вообще насрать. Да, походу это как-то ты если попасть, блин, хотя я честно, я вообще не понимаю, куда попасть. Возможно, даже никак, как вариант. Ладно. Что, у нас тут открыто, надеюсь? Открыто. Сюда нельзя, гражданским, твою мать. Придется тебя убить. Нихера себе, он таки проснулся. Боже правый, лучше не попадаться никому на глаза без униформы. Без униформы. Нам нужна униформа, значит. То есть, соответственно, мы сейчас будем заходить на территорию. Окей. Дед, блин, а почему я не могу тебя никак... Никак залутать? Так, давайте попробуем посмотреть, что у нас там по крафту униформы. Крафт. Одежда. Подходящий костюм. Так, подходящих людей, да? Не подходит людей. Так, неподходящих людей раздражает. Блин, ну давайте попробуем создать его. Правда, это не униформа, блин. Но, однако, что-нибудь из этого попробуем так. Так лучше? Не, один хер, смотри, все красным светится. Один хер, все красным. А, все. Все, беленькое. Нас тут никто ничего, походу, не будет трогать. Сейчас попробуем ради интереса. Попробуем. Ну-ка. А, нет, им не нравится. Им не нравится, да. Смотри. Облом. Короче, надо как-то найти вариант, как туда теперь пропасть. Ну, походу, понятно, что у вас вариантов не очень много. Вот нам надо куда-то в сторону бункера валить. Блин, а как бы мне униформу-то запилить, а? На самом деле, оптимальный вариант было просто стырить у деда. А мне нужна твоя куртка, твой микрофон там, да? Бункер. Здесь единственный, походу, проход. Прямо для нас так и сделано, как будто бы... Да не только для нас, а для любого, кто хочет проникнуть туда на территорию. Для них специально здесь один проход сделали. Но они, походу, не видят о том, что здесь у них таблички везде стоят. Так, сырое мясо заберем. Пригодится. А я сейчас выгляжу круто? Да я охериен. Я просто, мать его, охериен. Так, там, по-моему... По-моему, никого тут нету. Смотри, прямо здесь у нас. Еще маска он висит как раз. Сейчас подчекаем. Welcome, что это за дамп? В ловушке. Артур. А ну-ка слезай с дерева. А не то я сейчас буду... А то я его спилю сейчас. Немцы просто обожают списки. Они увезут нас на поезде в Германию тогда. Ты же знаешь, да? Кто тебе такое сказал? Что за чепуха? Вам всем это известно, но не детям. Послушай, у них там коровы.
Это будет настоящее молоко, и не сухое. Может, даже шоколад там будет. А, ну шоколад меня и дело, ну да, конечно. У них танки, Артур, разве ты не заметил? Как мы будем спорить с теми, у кого есть танки? Я не хочу ехать в Германию. Думаю, это ненадолго. Я не хочу быть в заложниках. Успокойся, выпей чая. Ладно, спускаюсь. Да, у того, у кого есть танк, с ним особо не поспоришь. Ну, только если нет другого танка, и там уже, короче, кто на скеле. Кажется, я тут немножко застрял. Блин, а слушай, мы же здесь можем попасть сюда, да? А, нет, слушай, нет, это было бы слишком легко и просто, да. Скорее всего, надо это все дело нам с вами обходить и сваливать. Прямо-таки через бункер. Слушай, а там у нас что? А тут у нас очередная табличка с надписью «Бункер». Слушай, ну мне кажется, мы так можем кругами. Опа. Там вон тело гуляет. Там вот гуляет тельцо одно. Сейчас попробуем посмотреть, кто это за хер у нас такой тут. Блин, нам хана сейчас, нас запалят. По-любому. А может быть и нет. Главное только, чтобы он не развернулся. Это самый важный для нас момент. Патрульный. Блин, как я медленно на корточках иду, а? Блин. Дед. Дед, стой. Стой. Ох, нихера себе. Вот так тыкает он. Вот так он тыкает. Стой, дед. Стой. Вот. Вот так вот. Отлично. Нихера мне прилетело, я тебе скажу. Тошнотворный чай, антисептик, грязный бинт. Ну, давайте бинтом хотя бы заюзаемся. Хреново я заюзался, на самом деле. Еще больше, по-моему, стало, да? Выносливость. Так, нам нужно что-то на здоровье. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть на здоровье. Полезный ингредиент. Вот давайте его используем. Правда, там написано «инфекция» будет. Убирается. Так, немного восстанавливает здоровье. Вот, у нас 14 штук как раз-таки этой мази. Еще и заодно полегче все станет. Отлично. Так, что там у тебя с униформой? Так, винтовка. О, да. О, да. Так, у нас, правда, перевес. Сейчас, мама, не горюй. Сколько у винтовки урона? Урон достаточно высокий, кровотечение. Слушай, стоимость маленькая, наносит умеренный урон, может вызвать кровотечение. Да, тяжело носить, но в ней того смысла нет. Мы пока лопатами поработаем. По одной простой причине, что она, мать ее, не стреляет, оказывается. И это плохо. Так, все, побежали в бункер. Кстати, стоп. А это что за дверь, кстати? Ну-кась. Что тут за место такое? Не просто ж так эта херня тут находится. А нет, просто так. Ладно. Идем туда спокойненько, уже по указателям. А вот и бункер наш. Давайте лучше, наверное, присядем на всякий случай. А, вот и он. Олли. Вон танки стоят. Ты когда-нибудь думал о том, что почему немцы не забрали танки, когда уходили? Я набросал карту, в заборе у свалки есть дыра. Тебе надо только пробраться внутрь, найти ключ и вырубить электричество. А потом ты выберешься назад, а я обдеру их как липу. Что может быть проще? Как мне отключить электричество? Генерал хранит ключ в столе. Ты предлагаешь мне вломиться в кабинет генерала? Можешь придумать что-нибудь еще? Главное, отключи электричество. Встретимся на станции. Блин, Оли, ну ты отморозок, твою мать. А если меня заметят? Я бы на твоем месте сбежал. Патронов у них немного, но штыками они размахивают, будь здоров. Это твой план Б? Б, бежать? Ну, может, еще попросить угасить тебя их знаменитым масляными оладьями? Они не очень резвые. Старые пердуны, вроде меня. Блин, а почему я? Почему я должен это делать? Давай, короче, лучше ты сам это все сделаешь, а я просто прыгну в танк и размотаю их там всех. Это будет изи. Так, Оля, давай, короче, потихонечку. Помни, за кого ты вы сражаетесь. Так, украсть. Почитай, давайте посмотрим. Так, рецепт самогона от Оли. 2 мешка сахара, огонь, вода и так далее. Забрали, отлично. Угу. Так, слушай, ну тут у нас, походу, будет жопа. Так, давайте, наверное, поменяем сейчас на бинты, на какие-то аптечки. Спать, наверное, нам нет смысла, пока у нас со здоровьем все окей. Войти на свалку. Слушай, ну, скорее всего, на свалке есть будет дыра. Может быть, это вот здесь она? А, ну какая-то дыра есть как раз-таки, но она была закрыта. А теперь она у нас открыта. Вот, отличненько. Сразу по стелсу. Так,
мусорная корзина, тут ничегошеньки у нас нету. А тут, по-моему, кто-то у нас может сейчас запалить. Блин. Идем туда, не знаем куда на самом деле. Сейчас этот гопник может выскочить в любой момент, откуда угодно. Так, ящик обыскать. Сейчас попробуем открыть. Сколько тут всего, ё-моё. Блин, да, надо, короче, немножечко разгрузиться. Слегка. Отлично, так будет чуть-чуть полегче. Так, опа. Тело вон стоит одно. А, да нет, оно не одно. И тут дофигища стоит. Сейчас кусты заныкаемся вот сюда. Так. Так, привидений не бывает, привидений не бывает. Давайте возьмем камушек и попробуем их сейчас, наверное, отбросить куда-нибудь вот в те края, да? Попробуем. Так, сейчас мы присядем и вот туда. Услышали что-нибудь, нет? Слушай, да им насрать, походу, им реально насрать. Фонарик, дротик, о, дротик. Нет, дротик не вариант, хлопушка, шипы. Слушай, а хлопушку если мы поставим? Где-нибудь вот здесь. Прокатит, нет? Ох, нихера себе прокатило. Я думал, она, ее надо будет поставить и все. Но нет. Черт, ну короче, надо драться. Да, тут без варика. Где-то один минус, походу. Да, ох, нихера себе тыкаешь. Так. Вот так. Не, надо отвалить. Надо отвалить. У меня сейчас нахер затыкает просто. Нет, не успел. Отлично. Просто отлично. Так, срочно, срочно, срочно. Что у нас там по хилу есть? У нас тут по хилу вот тут хрень это есть. Отлично, мы ее сейчас заюзаем. Все, мы здоровы. Так, дед, где ты тут? Вот он у нас лежишь. Давайте посмотрим, что там есть. Хлопушка. Считай, что я не потратил ничего. А, где еще один дед? Еще один дед. Блин, мы где-то его вырубили, не помню где. Так, один там валяется, а второй... Блин, давайте ягоды соберем. Чтобы не мои... Так, блин. Вот дела, как так-то? Я деда потерял. Так, один тут. А второй куда улетел? Ладно, хрен с ним. Хрен с ним, с этим дедом. О, можно заодно попить. Отличненько. Первого. Лучше какая-нибудь заточка была. Так, я думал, там кто-то еще один стоит. А, но нет. Но нет. Слушай, а у меня фляги есть, кстати, на которые надо наполнить? Сейчас мы посмотрим. Да, наполняются. Есть, которые наполняются. А, так, и у нас еще кровотечение. Но нам, получается, бинт потребуется сейчас. Ну-ка, чистый причем. Отлично. А то постоянно будет хп у нас падать. Дротики мы забираем. Перфект. Так, дверь прямо вниз куда-то ведет или что это? Дротик в глазу. Так, поиграть пластинку, нужна виниловая пластинка. Нет, у нас такой хрени нету. Стоп, не понял, куда нам пройти-то надо? Я что-то значок потерял. Значок находится прямо вон туда. А как на то попасть-то? Ага, все, вопросов больше не имею. Догнал. Вот таким вот образом. Ну ладно, поехали. Давай прыгаем в танк нормальный какой-нибудь и начинаем тут долбить всех. Прямо снайпер бить какой-то. В смысле сквозь танк? Он деревянный? Охереть. Это муляжи. Папье-маше. Мы отвели всех детей на вокзал, мы отправили их в Германию из-за папье-маше. Охереть. Да, вот и покатались на танке. Ладно. Ну, слушай, выглядит как настоящее, да. Причем, кстати, здесь он видно, всякие текстаб, ну, в такой, типа, рельеф бумаги идет. Ладно, здесь надо, получается, будет нам по стелсу, походу, пробраться мимо всех этих наших сторожил. Но идти, кстати, далековато нам. Прямо реально далековато. Опа. Тельце одно гуляет. Боже, да и не одно в придачу оно. Слушай, интересно, а что в этом доме? Блин, а дом с той стороны, хер в него зайдешь. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
Смотри, они куда-то сваливают. Ой, нет, они никуда не сваливают. Сейчас попробуем, ну-ка. Уносим. Вот сюда куда-нибудь его. Отлично. Что у тебя было, братан? Гнилой картофель? Да, небогато. Он нас вроде как не видит, да? Ой. А там второй идет, кстати. Ну-ка, если успеем, нет? Слушай, ну это беспалево мы это делаем. Просто беспалево. По одному их всех тут разматываем. Что у тебя было? Виски. Да уж. Не самое лучшее, но ладно. Там еще один гуляет. Он сюда идет. Ты смотри, а. Больше не пойдет. Забираем. Ты расслабься, доверься мне. Да-да-да. Моя первая девушка также мне говорила. Оп. Винтовка, блин, нет. Винтовка нам не нужна, мы ее выбрасываем однозначно. Пошли дальше, следующих у нас. Итак, там патруль по два гуляют у нас. Полагаю, они нас сейчас не запалят, нифига. Что, у нас тут ничего тут? А, вот и вход в дом, смотри. Все-таки есть возможность в него попасть. Невидимка, кстати, где-то была, во. Тут очень много, кстати, еды. Очень много всякой срани. Давайте, вон, полутаем. Слушай, ну я все залутал, но мне тут, походу, тело сейчас кто-то меня пытается запалить. Доспеть его вырубить. Блин, там еще один гуляет. Точнее, стоит. Дед, привет. Вроде не заметили. Где сейчас его день сбросим? Около мусорного бака. Самое тут и место. Блин, винтовку мы брать не будем, нет. Она нам не нужна. Так, все, в доме тут больше нам ловить нечего. Погнали дальше. Нам надо как-то сейчас этого товарища сюда забрать. Потихонечку, не спеша, мы попробуем собрать его. Блин, серьезно? Вот это я запалился. Мне не встать. О, отлично. Ну, один удар еще. Отлично. Так, вода из-под крана. Нет, мы ничего. Блин, зачем я винтовку схватил опять? Что за бред? Выбрасываем ее. Что у нас тут? Три? Угу. Нужен ключ. Слушай, ну здесь прямо патруля овер дохерища. Вот просто овер дохерища. Хотя, с другой стороны, это неудивительно, да? Смотри, там вход в гунки какой-то есть. Армори. Пойдем прогуляемся сначала. Посмотрим. Тут как раз был проходик. Вот тут он у нас. Есть тут тела? Не? По-моему, вообще никогошеньки нету. Так, он один или он с кем-то разговаривает? Ну, понятно, что он с кем-то бакланит, только вот с кем? Там, надеюсь, никто перед ним не сидит? Нет, никого нету. Привет, дедуля. Какая-то армия старперов здесь, отвечаю. Так, мы тебя бросим вот тут. Слушай, не зря мы выбрали возможность быстрого сброса. Так, сырое мясо. Нет, мы ничего брать это не будем. Хотя, наверное, хлебушек заберем. Да? Заберем. Так, переместить, окей. Все, достаточно нам этого. Стул, сесть. Так, мы садиться не будем. А что, на готовке у нас тут? А, нет, ничего. Блин, сори. Ничего мы брать не будем. Главное, сейчас под свет не попасть. Отпереть. Открыть. Слушай, а здесь вообще никого нету. Шоковая граната? Серьезно? Просто бомба украсть, книга. Так, увеличение. Хлопушка. Невидимки забираем. Это у нас что еще? Шоковая граната. Слушай, ну граната хорошо в толпу будет бросать и резко подбегать их разматывать. Блин, у меня перевес начался опять. А зачем мне интересны винты? Не, ну в жизни понятно, для чего нужны, но вот они нужны ли они здесь, с таким же. Так, металлические детали, большая щепка, не брать, ничего здесь не будем. Давайте-ка скинем что-нибудь, какой-нибудь хламчик. Так, какой хламчик бы нам бы скинуть? Это на что? Немного увеличивает переносимый вес, набор карманом, да? Хлопушка. Весит, ну, слушай, ну давай, наверное, хлопушки, наверное, повыбрасываем, потому что, в принципе...
принципе, так. И у нас что тут еще виски, блин, дорогое. Весит нормально, блин. Хотя мы, по сути, ничего не покупаем. Ладно, давайте его выкинем туда. Вот так вот. Так будет проще. Антисептик оставим. Так, что у нас тут еще большое количество есть? Полезный ингредиент. Но мы его оставляем. Тут без этого никак. Цветы, ключи. Ну, в принципе... Да мы просто, если будем брать сейчас что-то в дальнейшем в дороге, уже хрен... Хрен сейчас можем унести. Весь впритык у нас. Просто впритык. Так, ладно. Армори мы посмотрели. Вокруг света оббежать или обойти с той стороны? Давайте попробуем вот тут убежать. Пока свет горит. Где тело? Тело. Вроде никого не вижу. Сейчас здесь заныкаемся. Ну, надеюсь, нас не запалит. Слушай, он еще из двух сторон крутит. А, ну здесь нас, в принципе, не видно. Окей. Оп, прошли. Мы прямо с вами стелсеры. Прямо топчики. Смотри, палатки. Че, прямо сюда, по-моему, идет к нам. Ну-ка, где он там? Вон, он патрулирует. Ну, его надо вырубать. Но он нам будет мешать потом очень сильно. Привет, дедуля. Рядовой Амунти. Рядовой Амунти отдыхает. Блин, что-то я у него забрал, короче. Ну, хер знает что. Зря кнопку нажал. Ну да ладно. Так. Здесь у нас вроде как пусто, да? Да, слушай, а у них здесь маленький лагерь какой-то. Наверное, какие-то сейчас вещичек тут можно будет намутить. Так. Поспать, спрятаться? Нет, ну... Спать у врага, конечно, такая себе петруха. Слушай, сейф. Изготовить отмычку. Отлично, готово. А теперь можно отсюда что-нибудь старить. Замыкатель, хлопушка. Ну, заберем это все. Ой, ё-моё, серьезно? Он мимо пробежал, он нас не заметил, походу. Он там что-то ищет, смотри. Во, приколист, короче, дед. Либо он, наверное, по скорости пошел просто поссать. К забору отвалил. Так, виски нет, мы брать не будем ничего. Извините, нам это не надо, в принципе, пока. Так, что у нас в этой палатке есть? Еще один, смотри. Еще один сундучок. А внутри у нас... Сейчас мы посмотрим. Отличная ткань. Ткань-то, кстати, может быть и отличная, только у нас опять перевес. Блин, какая-то борьба с этим весом вечная. Здесь что-нибудь полезное здесь внутри у нас будет. Фонарь, хлопушка. Опять срань набрал, блин, опять надо, короче, заниматься сортировкой. Блин, случайно, короче, выпил какую-то херню с радостином. О, блин, зря, конечно, я сделал, но я думаю, сейчас пройдет у нас эта штука. Там было написано, немножко увеличивает выносливость. Я думал, чтобы не выбрасывать, лучше, короче, я ее выпью, блин. И не успел прочитать, написано, слегка добавляет радостина. Думаю, ну да, нормально. Вот такой у нас эффект, бабочки, короче, летают. Смотри, как мы идем, вы видели? Походка, смотрите, та-та-та-та-та-та-та-да. Боже, бред. Я смогу, интересно, под радостином убивать? Походу, мы с вами перешли. Ладно. Но взламываю неплохо. Все, походу, должен кончиться этот радостин. Да, отлично. Музыка кончилась. Все возвращается в обычную классику цвета. Если, так, сказать, кабинет генерала Бинга. Так, мы сейчас найдем этот ключ. По-любому найдем. Фига, тут карта у нас такая не кисло сделана. Так, пустая банка. Ну, подберем ее, наверное. Так, боже, сколько здесь всего. Опять перевес. Так, вы страдаете от синдрома отмены радостина. Вид у вас хуже некуда. Если люди вас заметят, они расстроятся. Вы аккуратнее и медленно носите меньше урона. Создание предметов, понятно. Радостин, мать его, радостин. Нам сейчас что-нибудь... Так, во-первых, мы сейчас повыкидываем и что-нибудь изучим. Хлам выбрасывали, а сейчас, я думаю, мы с вами выучим чуть побольше хпшки, чтобы было. Еще на 50% больше. Хп тут прямо дело святое у нас. Все, отлично, это мы с вами забрали. Радостин у нас почти что закончился. Так, стол мы... Да, давайте его взломаем. Отлично. Винты. Всякая срань. Так, выжившие. Забираем книжку. Украсть. Так, что тут у нас еще? Пусто. После радостина, конечно, да. Глюконат еще тут гуляет по телу. Так, сыграть аркорды, спать. Не, открыть. Картина.
Украсть ноты для фортепиано. Шикардосно, просто шикардосно. Так, тут у нас лестница была. Сюардасин прошел, отлично. Так, а как мне эту хрень подвинуть, а? Не понял. Мне еще как бы туда надо запрыгнуть, не? Вот так вот, туда, нет? Блин, я туда хочу. По-любому, что-то там... А, ну вон, у нас там стол. Слушай, а на стол запрыгнуть не дает возможности, да? Слушай, я ноты же нашел. Может быть, ключ там находится у нас? Ну-кась. Хрен там плавал. Я думал, это двинется шкаф или что-то типа того. Слушай, ну это не просто так, наверное. Еще раз. Нет? Силы вас покинули. Блин, а как нам открыть штуку-то эту? Нам надо как-то подняться наверх. Не могу понять, правда, как. А это что за часы? Хм. Интересно. Так, ну вот слушай, он, скорее всего, наверное, даже двигаться сам-то он и не станет. Его, наверное, надо как-то... Блин, ну то не запрыгнуть вообще никак. Не без варика. Без варика, сказал я. Но минут 10 попрыгав получилось, на самом деле, запрыгнуть. Так, смотрим, что в сундуках у нас. Фонарь, бомба. Блин, ну нам все не надо. Давайте, наверное, заберем замыкатель. Вот это, да? Забираем его. Хм. И заберем, наверное, фонарь. Хотя он пустой. Нет в нем смысла. Тогда в жопу его. Так, что у нас тут? Здесь у нас с вами замыкатель заберем. И все. Так, дальше. Невидимка. Сундук. Блин, фляга. Но нам фляга не нужна. У нас, в принципе, с водой проблем нету. А вот интересно, а где же тогда у нас... Где же у нас тогда... Ключ. Найди ключ от генераторного отделения. Мы прямо здесь находимся. Хм. Тут пусто, пусто, пусто. Может, где-то в шкафу, в столу, хер просышь. Вообще, я почему-то уверен, что где-то прямо в пианино находится. То есть надо как-то что-то отыграть. И у нас должно появиться. Так, пусто. О, обыскать вот здесь, не обыскали. Здесь пусто. Блин, все. Все остальное обыскали. Хм. Так, смотри, в записке у нас написано нота, аккорд, нота. Какая веселая мелодия. То есть она получается нота. А, я походу правильно повторил движение. А вот лады, а вот и ключик. Какой же я, мать его, умный, это точно. Забираем его. Все, главное, привязано. Так, люк, если он ведет под землю, как остальное может быть потом через него выбраться? Угу. Так, полезь, так, повредить генератор. Окей. Пролезь, люк, повредить генератор. В смысле? Повредить генератор. Ага. Братья по оружию, ладно. Генератор, где генератор? Надо будет этого найти. Ладно, пойду, тогда пойдем пешочком прямо по этой территории. Вот у нас генераторная. Так, где-то у тебя тут есть что-то? А, тут пустой, да? Отпереть. Так, а здесь походу никого нету, слушай. Да, так, обыскать, изготовить. Давайте изготовим. Отличненько. Изолента. Так, ну эту хрень мы заберем. А, по-любому. Это заберем. Я думаю, пока достаточно. Сейчас будет просто жесткий перевес. В столе. Виски, замыкатель нет. Я думаю, брать ничего здесь не будем. Верстак создать. А, походная обувь, кстати, слушай. А что у нас по одежде вообще? Ну-кась, где наш персонаж? А у нас обувь есть и так походная. Ладно. Это мы тогда делать с вами не будем. Так, антисептик, дротики, ловушки, газодерок, мышка. Ну, тут, в принципе, целебный бальзам, кстати, вот, ну, единственное, что можно сделать. Вот так вот будет лучше. Шикарно. Бумаги пусто. Пусто. Да, везде пусто, ладно. Так, мы можем теоретический сигнал включить. Ага. Все, сбежать из военного лагеря. Ладно, ладно. Так, где наша не пропадала? В смысле, сирена? Они сейчас сюда прибегут все. Они сейчас прибегут все сюда, по-любому. Так, тут никого у нас нету. Надо как-то пробежать, тихо. Братан, не свисти, сейчас, подожди. Сейчас мы пройдем. Мы же тут пол деревни уже вырезали. Так, эти у нас вырублены. Ой. Просто пробежали. А, нахер, короче, всех просто в жопу. Всех просто, мать их, в жопу. Эй, аккуратно. Сейчас дверь. О, блин, в смысле сесть почитать? Не то, я нажал твою маковку, я хотел дверь закрыть. Вот так вот. Открываем и сваливаем.
Али. Так, танки с папье-маше. Да уж, с ума сойти. Просто газета и гель. Охереть. Так, теперь надо добраться до Оли живым, и он вытащит меня из города, если он мне не соврал. Ой. Так, нам надо это будет свалить, наверное, я думаю, все-таки по этому кругу. Краски мы здесь проходили. Ну что, отсюда мы свалили. Единственная проблема, у нас с вами чистая одежда, а нам тут нужна грязная. Ну, я думаю, мы просто быстренько пробежим, и нас никто не заметит. Ну вот мы и на месте. Так. В колокольчик позвониться, да? Ну давай. Малыш Арти! Поднимайся, поднимайся. Так ты дверь сначала сегодня, дружище. Так. Оф, да, встретиться с Олей в его башне. Ну, сейчас посмотрим, что мы тут этому Оле скажем. Так, идь вот сюда. Блин, хера у него тут все устроено. Мне кажется, он тут живет. Странно, что к нему сегодня никто не врывается. Хм. Дедуля. Так, блин, тут походу... А, вот здесь у нас проход. Тут там прям какая-то огромная дыра была. Пропасть. Оли. Еще выше? Юперный бабай. Дед, я так-то высоты боюсь нахер. Так, где у нас этот рычаг? Во. На самом деле я не боюсь, но... так, чисто, короче, для... О, блин, там книжки всякие были, надо было забрать их. Может, рецептик какой-то был интересный. Ладно, на выходе заберем. Прямо Рождество раньше времени, правда? Ты знал, что силовые выключатели оборудованы сигнализацией? Да, они уже чокнутые. Иногда, мне кажется, будто они хотят, чтобы немцы вернулись. А ты знал, что силовые выключатели оборудованы сигнализацией, об этом я не сказал? Это все стыд, понимаешь? Черт, ты знал. Да откуда мне было знать? Черт возьми, Артур, времена тяжелые, но мы с тобой знакомы целую вечность. Еды много очень достаточно у него. Как ты, лимолотовый? Танки пусты внутри, Оля. Что ты говоришь? Танковая броня. Танки сделаны из папье-маше. Мы могли с ними сразиться, если бы это было не настоящие танки. Нет, мы бы все восстали. Мне бы не пришлось обман сбегать с поезда. Боже, я обман сбежал с того поезда. Мне вовсе не было слишком много лет. О таких вещах не забывают. Да что, не слышал, что я сказал? Я убедил немцев, что они перепутали мой день рождения. Нет. Если бы дело было только во мне, я бы просто принял таблетку счастья и завалился спать. Но я дал обещание. Я обещал Перси, что буду защищать его в Германии. Ты обещал, что поможешь мне добраться до моста. Того, что в парадном районе? На Яблевом острове? И как ты собираешься это сделать? Мост закрыли на прошлой неделе. Нет, ты прав. Ты всегда прав. Права, точнее. Видели когда-нибудь такую штуку? Для чего это? Для того, чтобы я знал. Но если ты возьмешь ее с собой на Девичий остров и скажешь патрульным, то они тебе прислали чинить мост. Думаю, они тебе добавят этой убедительности. А с Девичьего острова я смогу попасть на Яблоневый? А на Яблоневый остров находится единственный мост из Веллингтон-Уэллса. Видишь? Что может быть проще? Хорошо, увидимся на той стороне. Вот уже в этом не сомневаюсь. Прощавай, Артур, и удачи. Более быстро они таратурили. Сори. Тошнотворный чай, лечь пищевое отравление, вызвать роту. Ох, надеюсь, мне не придется питаться гнилыми овощами и вызывать рвоту. Да, будем надеяться, что тебе это не придется делать, друг. Надо единственное, сейчас будет здесь это все подлутать у нас. Блин, а кстати, когда мы катаемся на этой херобузе, нам нельзя ничего нажимать и нельзя двигаться. Я бы просто спрыгнул, если честно. Так, что у нас есть тут-то? А, это не книжки, кстати. А, нет, это точнее книжки, но их забрать нельзя. Ну и ладно. Ладно, окей, ребятки, на этом моменте мы с вами закончим. Как по мне, сегодня серия показалась такая достаточно стелсовая и интересная. Если вы также считаете, обязательно втыкайте ролику лайкосик. Если нет, втыкайте дис. А с вами был дядя Сережа Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.